Китайская обитаемая орбитальная лаборатория Тяньгун-2, что означает в переводе с китайского «небесный дворец», успешно завершила выход на орбиту и развернула всю необходимую аппаратуру для выполнения программы исследований. Космическая станция была выведена в космос при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-2F с космодрома Цзючуань провинции Ганьсу. Китайская академия наук подтвердила начало выполнения миссии и получение первых уникальных результатов. Помимо прикладных исследований, в полетный план входят и перспективные задачи: дозаправка аппаратов в ближнем космосе, проверка на максимальную длительность пребывания человека в условиях невесомости и облучение солнечными лучами без защиты атмосферы. Тяньгун-2 должен также подтвердить корректную работу стыковочного узла и аппаратуры для приема грузовых и пассажирских кораблей. Анонсированная продолжительность очередного пребывания на орбите китайских тайконавтов – почти 10 месяцев, то есть до июля следующего года. Предыдущий космолет КНР «Тяньгун-1» оставался на орбите в функциональном режиме целых 5 лет – с сентября 2011 до 2016 года, превысив расчетный срок службы на более чем 2 года. В настоящее время его миссия завершена. Он должен опуститься по заданной траектории в плотные слои атмосферы и сгореть.